Слову подвластно многое, и в ваших силах придать ему нужную форму, приправить иллюстрациями и видео, и отправить гулять по свету, на радость читателям, зрителям, слушателям. Эти слова отражают не только право, но и обязанность журналистов изменять словом целый мир. Проект альтернативного телевидения «Бурятии. Мама, я здесь» изменил судьбы 4 малышей из детских домов нашей республики. И заслуга автора проекта не осталась незамеченной. Журналист, наверное, это тот человек, который должен быть полезен обществу. Это такая связь между властью и людьми, и народом. Ну, я считаю, что правильно доносить информацию и, ну, быть полезным всем зрителям, всем жителям республики и вообще, в принципе, приносить какую-то пользу. Очень приятно, что я вообще пригодился кому-то. Кроме того, журналисты поздравили своих коллег с профессиональным праздником. И главное их пожелание – это острое перо. Наверное, я хочу пожелать своим коллегам острого пера, благодарных читателей. И главное, хочу пожелать того, чтобы наша работа приносила пользу людям, чтобы то, что мы делали, как-то помогало действительно обществу, решало какие-то проблемы и двигало республику вперед. Я пожелаю своим коллегам по перу острых зубов, прежде всего, для того, чтобы все злободневные, какие-то актуальные проблемы, они были показаны обязательно, и чтобы люди, которым требуется помощь, ее получили. Всем мастерам слова, всем тем, кто трудится, всем тем, кто выдает в эфир, всем тем, кто пишет за слова, я всех поздравляю и искренне всех поздравляю и желаю всем побед на нашем поприще. И вообще, самое главное, кому-то помогать. Ведь когда мы испытываем особые ощущения, когда мы наш репортаж или наша статья какая-то кому-то реально помогла. Галина Соболева, Вячеслав Сердюченко, АТВ.